Какая сетка. Вот такая сетка. О, блин, привет. Блин. Русу туриста облика морали. О, нет, нет, най. Цегель по кирпичку. Ушел туда-сюда. Все это у меня понятное все.
Да и скучно, вот она сейчас не сидит, а до этого на каждый день как летит. Она там и днем, и ночью. Кто там по-русски? Внимание, готово. Евреи. Евреи? Вот там наша машина, видно? Ну, где большое дерево, у вот красная машина, видишь, там выглядывает чуть-чуть левее. Ну, точно. Как бы дерево там большое, поэтому не видно. Ничего, он так маленький, смотри. Зумом, да? Зум. Ну и вон машину мне это вывел, но по войне. Цивариан, да? Угу. Но они убирают. Ты чего, что ты здесь? А что же здесь строить, да?
памятник не буду мне. Падать больно. Очень страшно. Чем пойдем? Покушаем в ресторан куда-нибудь, ну, нахуй, это работа, раз ты приехал, зачем это оно? Я говорю, нет, я пойду деньги поменять. Дерево, может, там видно. А видно его? Здесь где-то шагов на два. А ты снимай, наверное, что-то. Вот, здесь отдыхает. Ходи, кушать будем. Ты что сказал? Кушать будем. А, кушать, кушать. Кушать. Блин. Ирина Асыда Яковлевна, каких только бутербродов не наделала. Я, конечно, уже штук 5 съел, но остатки тоже вкусные. Ниже вот за деревом, вот это, там не так нет. Ну, повернись сюда. Чтобы не потеряться. Дождь пошел. Да, мы едем. Мы в Швейцарии.